Итало-белорусский учебный центр «Сардиния Глобал» начинает подготовку специалистов в сфере туризма и гостиничного сервиса. У слушателей курсов будет возможность не только изучить основы формирования туристических пакетов, организации чартерных рейсов и других необходимых в работе навыков, но и познакомиться с международными туристическими стандартами. Сардиния – одно из самых популярных туристических направлений в Италии. Они будут делать специальный проект, самый лучший будет комиссия, которая будет выбирать самый лучший. И мы во время выставки туризма в Минске в апреле выбираем эти 5 людей, будем представляться официально. Они летом будут работать на самые элитные гостиницы или агентства Сардинии. Тот проект, который мы сейчас реализуем, курс менеджеров по туризму, очень важен. Дело в том, что Сардиния на протяжении 50 лет занимается туризмом и в этой области добилась очень высоких результатов. Нам важно иметь здесь, в этой области, профессиональные контакты русскоговорящих специалистов. Это позволит улучшить организацию туристического сообщения между нашими странами. С момента создания учебного центра в 2004 году было подготовлено более 3000 специалистов. Беларусь и Сардинию связывают дружеские и партнерские отношения. За 13 лет сотрудничества реализовано более 150 совместных образовательных, туристических и культурно-спортивных проектов. В итало-белорусском календаре на будущий год уже запланировано несколько значимых мероприятий и бизнес-встреч с представителями двух стран.